Новый опыт. Вот уже 10 лет в Магнитогорске проходит всероссийский конкурс рисунков «Литературный вернисаж», в рамках которого юные художники создают иллюстрации к известным произведениям. В этом году конкурс посвятили 145-летию Павла Бажова. Главная же особенность работы лауреатов конкурса составили экспозицию передвижной выставки. Причем для обозрения зрителей выставили иллюстрации ребят из других городов России. Где можно увидеть картины, расскажем далее. Хозяйка Медной горы будто сошла с иллюстраций книг и встречает юных читателей. Для учеников 28-й школы сегодня поход в библиотеку не самый обычный. Для ребят подготовили настоящий квест по мотивам произведений Павла Бажова. Название символичное – «Малахитовая шкатулка». Тут и знакомство с драгоценными камнями Урала, и возможность проявить логику и сообразительность, собирая пазл-картинку. Заданий для ребят немало. В качестве финальной точки – зал с экспозицией картин, созданных такими же школьниками, в основе произведения Павла Бажова. Шикарные работы. Все читатели, которые приходят, в восторге от работ. Техника разная. Очень нам понравилось. Соответствие стопроцентное, да. То есть каждый художник видит по-своему, но мы везде видим отражение, естественно, книги Павла Петровича Бажова. Все работы – лауреаты всероссийского конкурса «Литературный вернисаж». На него было прислано более 500 иллюстраций со всей страны. Лауреатами стали 100 художников. Среди них Вероника Кустубаева. Ее работа к произведению «Кошачьи уши» стала лауреатом первой степени. Перед началом выставки девушка немного волнуется. Это приятно, что маленькие дети будут смотреть на твою работу и заинтересуются литературой или, может быть, живописью. На самом деле очень приятно, что мою работу увидит кто-то, кроме художников, а еще вот дети посмотрят там, не знаю, эмоции свои выкажут. По задумке организаторов, работы будут выставлены в рамках передвижной выставки в трех библиотеках Магнитогорска и в одной Агаповского района. Открытие выставки пройдет сегодня в Центральной библиотеке имени Кондратковской. Далее мы поедем в филиал номер 9, это библиотека семейного чтения. И следующая выставка в 8-м филиале, это просто детская библиотека на труда. Там тоже пройдут интересные мероприятия, будут приглашены дети, будут квесты, будут истории интересные про творчество Бажова. И я думаю, что все-таки захватит это детей, и они начнут более углубленно изучать творчество и познакомиться с замечательным уральским сказочником. В экспозиции в этом году не только работы местных ребят, но и тех, кто прислал иллюстрации из других городов. Экспонатами со временем планируют обмениваться, потому увидеть зрители смогут всех победителей. Елена Старостина, Евгений Грудев, телекомпания ТВИН.